Привет, друзья! Как дела? Сегодня мы с вами посмотрим обзор из Костка. И хочу я начать с тортика, который уже Габриэль ждет, да? Потому что мы его сейчас начнем кушать. Вот торт, как он выглядит, когда он целый. Мы только сейчас празднуем наши 4 года в Канаде, в том плане, что мы просто кушаем тортик, отмечаем таким образом наше 4-летие. Я думаю, что больше мы отмечать не будем, что столько дат отмечать. Вот 16,99. Это очень вкусный торт. Крем кремом, короче. Также начнем с того, что мы еще сегодня фотографировались, наконец-то, на паспорт в Костко. Самая дешевая цена. Вот как получились наши фотографии. Они дают вот в таких вот штучках, вот на таком, в таком конвертике. Вот эта и дошка, как получился красиво. Такой колесенький. Ну, они, естественно, какой-то, не знаю, какой-то округленный. Я, конечно, вообще страшнючая получилась. Кстати, вот почему дешево, вот 6,99 две фотографии. То есть мы заплатили $20, 23,70 вместе с налогом. Вот. Это я, Маруся Ивановна. Как всегда, волосы во все стороны торчат. И Костик. Красавчик. Я самая страшная получилась, короче. Ну, не страшно. На паспорте редко кто хорошо получается, но вот у Кости с Идошей красивые фотографии. Поехали. Как всегда, начнем с нашего ресита. Костка. Потом, естественно, можно будет нажать на паузу, посмотреть. Видно, что мы купили по скидке. Это с минусом идет. Я так медленно показываю. Сегодня у нас был большой улов с кроссовками для меня и для Идо, поэтому счет выглядит $329. Так, подожди, где у нас тотал? 329. 329,99. Вот это вот в черном рамке, в черной. Поехали. Значит, начнем с кроссовок. Значит, это мои кроссовки, а это и Дошкины кроссовки. Вот мы с ним уже почти скоро будем один размер носить. Я решила взять, хотя это женские, но я решила ему взять, потому что где написано, что они женские. У него на ножке так хорошо смотрятся. Фила, вот. $20 стоил кроссовок на пару. Так что мы взяли вот такие хорошенькие. Тут какая-то грязь какая-то на кроссовке. Так, потом упал кроссовок. Потом, значит, мы взяли Colgate, была скидка $2 на него. Это очень большие упаковки. 170 миллиграмм в одной пачке. И получалось, в общем, это выгоднее получалось покупать, чем по обычно я беру, потому что обычно они меньше, по 100 грамм, и стоят практически там $1.50 по доллару. В общем, это выгодно было. Это колбаска ассорти, что-то она стоила в районе $13. Вот панини такая вот. В общем, это для сэндвичей. И вот видите, тут разная такая. И вареная, и пастрамка, и типа так докторская. И вот такое разное. Вот она как... А, не видно изнутри. Это обычные йогурты мы берем. Их очень много. Они самые дешевые. И дети мне их едят. Две упаковки яиц по 30 штук. Эти хлопья кукурузные. Большая упаковка здесь. Получается в упаковке кило 200. Кило 200, там внутри две коробочки. Мишкины лапки. Как же без них? Дальше взяли сегодня эти тоститос. Обычно их не беру, но взяла именно из кукурузной. Дети их любят. И они их грызли уже прямо, сидели в коляске там в магазине. Так что они уже открытые. Вот видите, такие они большие. Крупнички вот такие вот. Как всегда, я беру этот премиум. Плюс вот эти вот крекеры, они вкусные, их можно и в супчик, и в салат, и дети у меня их едят просто так. Вместо печенья я даю в школу и дошки их, и так Габуша иногда может погрызть с маслечком, они вкусные. В общем, кто с чем любит. Дальше Габи такую книжечку взяли.
Идоша, покажи мне свою книжку. Вот она, сколько за 8,89. Она интерактивная. Нажимаешь. И она, сейчас, Идоша, ты свою расскажешь мне. Это вот эти Пау Патроль. Разные. В общем, такое. Теперь Идошка мне свою показывает. Что у тебя за книжка? Rocket and Groot Marvel. Да. Это, Мар, ты знаешь про этих героев? Да. Нет? Да, знаешь? Я. Yeah. Покажи, как это внутри идет. Она какая-то такая не очень цветная. Все фиолетовое. Not all purple. It's good. Про что cool. это? It's about... Посмотри на меня. Three people... It's about... three people who are stuck on a mall. That's how much I read it. They're stuck on a strip mall that goes... Кусочек торта на бороде, так. That goes forever. Mm-hmm. And I think they're going to get out somehow because they just saw a ship. So I think they're going to break... And they're stuck in the mall? No, because mm-hmm. but they found a ship and I think they're going to break through the ceiling and then poof, they're going to fly away. Okay. Хорошо, Идоша, молодец, спасибо, можешь... What is Tape Man, Groot and Rocket Raccoon? Хорошо, Идоша, можешь садиться, мама продолжит рассказывать про свой хаос. Open that for a mom. Идошечка, потом мы разберемся, хорошо? Давай, подожди. Open it for Gabby. Продолжаем. Это Chicken Strips, это просто, значит, грудинка, грудка куриная, и она обжаренная не в сухарях, а в таком кляре, как бы, и Идошка их больше любит, это настоящая курица внутри ингредиента, не что-то там спрессованное, поэтому, в общем, я взяла, тоже была скидка там на них, что-то там, не помню сколько. Это я беру такие супы иногда, чтобы у меня стояли, у меня был такой грибной в прошлый раз, как-то я брала, я, по-моему, снимала вам в одном из моих предыдущих хаулов. А это я взяла чаудер. Решила взять чаудер. Я очень люблю чаудер. Сейчас еще все равно у нас холодное время. И он очень вкусненький. Я думаю, это тоже $6 стоило. Я не знаю, сколько здесь. Вот, 8 банок по 398 миллилитров. Чаудер. Так. В этот раз я решила взять не ляшечки, а вот нижнюю часть ляшечек, да. Получается 5,39 за килограмм. И здесь на 13,61. Вот упаковка, я ее разделю. И потом, значит, буду или в духовочке с картошкой, можно и бульончик с ними варить, в общем, как хочешь. Взяла вот эти куски свинины. Это можно и на шашлычок нарезать. И так они уже такими кусками идут, порции. 5,59 килограмм. Здесь на 12,58 в этой упаковке. Тоже я разделю, упакую, можно будет и супчик с ними варить, хотя я никогда на мясе не варю, вот, и притушить картошкой, и просто притушить с подливой, это вкусное мясо, вот этот вид я очень люблю. Свиной фарш я взяла, килограмм, сейчас была скидка 4,69, дешевле был 4,69, и здесь на 12,03, и это у меня сметанка. Так, это я уже показала. Дальше взяла трех курей. Три курицы, трех курей. Не знаю, как правильно сказать. 5,39 за килограмм на $24 три курицы. Сегодня этот был недорогой сыр. Я его брала в прошлый раз тоже, показывала, когда у меня был последний. Но мне казалось, что я что-то его за $6 взяла. А сегодня он 4 стоит. Поэтому я взяла и не раздумывала. Взяла вот этот вот сырочек. А вот швейцарский. 500 грамм. Вот. Вот эти сосиски тоненькие, вот полукопченые. Очень люблю. Пилерс. Две упаковки масла. Кстати, масло вообще все подорожало. На самом деле, мы сейчас были в Коско, я заметила, что в среднем на $2-3 очень многие продукты подорожали. Я прям была в шоке даже. Так, это микс овощной. Я его люблю, потому что он действительно здесь куча всего-всего-всего разного. Здесь и перчик, и кукурузка, и брокколи, и морковочка, и маленькая кукурузка, и грибы, и в общем, чего здесь только нет. Тоже она что-то $6, в районе $6 была по большой скидке. Вот этот финиш мне нужна была как раз для посуды. В общем, $6 была на него скидка, так что он стоит 24, по-моему. В общем, вы сможете посмотреть потом в этом чеке. И $6 была скидка. Взяли тону. $9 6 штук, но это большие упаковки по 100
84 грамма. Взяли микс для оладушек, для панкеков. У меня закончился молоко. Здесь 3 пакета, а в общем 2%. И это где-то сколько? 4 литра, я знаю, обычно. Это, где здесь написано, сколько здесь литров? Даже не знаю, что это написано на самом деле. Но здесь 3 пакета, одним словом. 3 пакета. По-моему, 4 литра, потому что в одном больше, чем килограмм. Больше, чем литр. Да, Габи кушает торт. И что еще? Торт я вам уже показывала. И вот это киркландовский, то есть косковский, вот этот вот сигначур, ихняя продукция. Пайнэппл мороженый. Все, так что что, Идоша? There's also a weird picture that I think is how they really look like in real life. Кто они? They're Groot and Rocket Raccoon. And this tape machine thing on the dress. Хорошо. Вот это, я думаю, ракун скорее. Yeah. This is a raccoon and this is a tree. Да, это три какое-то страшное. Yeah. Габочка. It's a tree man. No. Что? Ты хочешь что? Ты хочешь играться? Hello. Привет, Габи. Скажи привет. Hi, Габи, скажи. Вот какая книжечка у Габи. Oops. Ой, какая красивая картиночка. Ну, давай посмотрим, какие здесь картинки. Да, это Rubble on the Double. А это No Time to Waste. Да, правильно, вот эта собачка, это она эту песенку играет. А где эта собачка? Нажми. Где эта собачка? Где ее кнопочка? Где тут ее кнопочка? Где эта собачка тут? Она хочет посмотреть картинки все сначала. Ой, а где эта картинка? Где кнопочка его? Вот эта? Вот как она выглядит внутри. Очень вкусная. Ям. Ну, бутербродик. На пиццу даже можно. Вкусно. Жирненькая такая. Очень вкусно. И как ассорти можно красиво для гостей выложить на тарелку. Очень вкусно. Ну все, я думаю, в общем-то, это было и все. Когда мы несли, казалось, что это много. Но на самом деле, если посмотреть, конечно, это огромная покупка. Но мы не будем забывать, что это на месяц еды. Так что все, спасибо вам за внимание. Если вам понравился эта серия, ставьте лайк. Пока-пока. Тик, кто это? Выключила. Мало. В книжке еще было написано, вот, книжки и дошкины. Contains four bookmarks. Закладки в книжечке. I'm gonna give it to my friends. Они были вот так вот прикреплены. I'm gonna give it to my friends. Листочек. I'm gonna give it to my friends. Дошка будет давать своим друзьям. I'm gonna give it to my friends, kids. Да? Да. Потом там было еще activity, как можно нарисовать ракуна, потому что здесь же у нас есть ракун. Yeah, and Groot and tape dispenser guy. Да, и тут было instruction, как нарисовать ракуна. В конце, да, было? Да. How to draw me. Ну, me это дракон, потому что это сам по себе ракун. Rocket raccoon is me. I am вот Rocket. Здесь. I am Rocket raccoon. Ну, вот какой он. И, Дошка, покажи, какой тогда получился. Та-дам! This is me. Baby Rocket raccoon. Тебе понравилось? Ты уже 2 дня эту книжечку читаешь, да? Да. Ну, такая приличненькая.
Ну, это тут все так иллюстрировано с большими буквами. Groot. Groot. Groot-y-man.